что, ребят, вот мы и в домике. Сейчас мы с первой рыбалкой, кстати. Сейчас я порубил пишней, тонкий лед в лунках, так как вчера вечером я просверлил заранее. Сейчас уже опять вечер, 6:30 вечера. Первый раз сейчас будем закармливаться. Включил я печку. Теперь она не тикает. Если тикает, скажите. Или тикает. Ну, по крайней мере, вообще не тикает. Ну, не так явно. Надо будет прислушиваться. Ой, поменьше сделаю пока на минимум. Ну что, ребят? Кстати, спрашивали про конденсат. Конденсата нет. Меня это радует. Не знаю, то ли просто на улице тепло. Сегодня сколько у нас? Ага, 8 градусов. Но без ветра. Почистим все 4 луночки. Лед замерз буквально 2 сантиметра, наверное, за сутки. Ну, лунку заузило. Хорошо, что у нас появился 180-й бур. Надеюсь, не сильно придется переживать, что не пролезет крупная рыба. А то было такое видео. Мы один раз... Блин, ребята, вот самое-то, что засада. Я забыл багор. Ё-моё. Ну, капец. Тогда не ждем крупного леща. Сегодня просто кормим, отдыхаем, привязываем остальные удочки. Как мне нравится в домике, это такой, знаете, вот прям рыбацкий домик. Дома сидеть, вязать неохота. А тут в ожидании леща вечером, так как здесь нет ни телевизора, ни радио, если, конечно, не включишь на телефоне. А я стараюсь не включать. Сидишь потихонечку себе и вяжешь. Вторая лунка готова. Вот. Еще третья. Сейчас все почистим, чтобы было все красиво. Хорошо. Что у нас там? 50% мощности аккумулятора. Всегда первый раз. Немножко, знаете, новый сезон в домике, всегда думаешь, ну, что-то, блин, все что-то не так, все-то как-то это, все привыкать надо. А хватит, не хватит зарядки аккумулятора. Знаете, такие, ну, какие-то тараканы посещают, короче. Сомнения. А потом сходишь разок-два, все, сомнения проходят. И уже потом спокойно, можно тут сутки, двое ночевать. Вот так вот пришел, почистил луночки и не паришься. Потому что вчера все сделал. И теперь только кормить, ловить и ждать небольшого леща, потому что мы не взяли багор. Ну вот, ребят, кто-то запищал, и кто-то к нам идет. Небольшая рыбка, но кто-то идет. Ага. Ух, какой. Ух, какой дерзкий. Что?
Лёша к нам пожаловал. Лёша к нам пожаловал. Здравствуй, Лёшик. Как твои дела? Здравствуй. О, ребята, первый Лёшик в этом году. Здравствуй, дружище. Как твои дела? Ребята, пусть он погуляет на улице. Ну вот он, ночной лещ. Ночной лещ, ребята. Здорово. Первый лещик. Сейчас мы насадим и опять зарядим. 2:36. Только я глаза прикрыл, только задремал. И на тебе, пожалуйста, классный лещик. Полулещик. Тихо. Вот какой-то дёрганый такой. Прям много он. Подлещички начали беспокоить под утро, 6 утра. Всем доброе утро, друзья. Время 9:30, а я уже 2 чебучков достал. Мне кажется, веселье начинается. И хочу вам об этом показать. Так что, ребят, не хотел я первую ночь снимать. Не знаю, там пару кадров, может, получилось. Пока не клюет, я решил вам все рассказать быстренько. За ночь было 4 поклевки, начиная в 2, в 3, в 5. В 5 2 было, потому что был один сход. И еще сразу же через 10 минут опять клюнул. Опа, прозевал, подъемчик был. Был подъемчик, ребята. Скорее всего, съели. Все надо доставать. Ну, еще хочу вам показать в окошко. Не знаю, видно, нет? Реально все кучу палаток. Лодочное такое популярное место. Людей вообще тьма. Я еще не выходил.
Тут вот три леща маленьких. Ну, пойдемте сходим на улицу, посмотрим, сколько у нас сожглось топлива за ночь. Это я где-то включил ее часов в 6 вечера. И сейчас уже 11 часов дня. Пойдемте проверим. Ну и эту рыбалку. Посмотрим, как там на улице. Вороны вон каркают там, слышу. Смотрим, сколько там народа сидит. О, на улице снежок идет. Офигеть. Офигеть. Вот сколько народа. А там сидишь, и как будто ты один. Вон, вон что. А я думал, что кто каркает. Кто что каркает. Кто что каркает. Они прям под носом сидят, тут что-то каркают. Так, заглянем. Был полный бак. Абсолютно полный бак. А теперь у нас 6 литров. То есть сожгли мы вот за 11 часов и плюс... Ой, сколько там? 6 до 12. А, 6 и 11. За 17 часов сожгли 2 литра. Ну, то есть за сутки где-то примерно 2,5 литра можно будет. Ну, так оно и есть где-то. Причем это не на минимум, а на 1/3 где-то. А. Еще же хотел показать, как я спрятал топливный насос. Короче, вот я его замотал вот в такую мягкую штучку. Это для глушителя идет, не знаю, какая-то фигня. В цехе валялась. У Андрюхи взял. И еще замотал дополнительно вот в эту штуку. Ее практически не слышно. Слышите? Вот. Забор воздуха тоже стоит на 1/3 снаружи, чтобы поступал туда кислород. Ну, так выдыхается же все-таки. Аккумулятор вот закутанный в тип. Немножко в тепле такой стоит. Кстати, он не холодный. Молодец. А это значит, что позволяет ему дольше работать, дольше заряд держать. О, ветерок. 10 градусов. Но в кофточке не очень приятно. Вот. Ветра целые сутки практически не было. Но немножко движется. Тяга какая-то есть. Немножко движется. Снежочек западал. Значит, сейчас чебачок опять подойдет. Солнечная батарея работает. Хоть и пасмурно, но 0,5 ватта, 0,5 амперы зарядку дает. Вот сегодняшний в 2 часа клюнул. Наверное, 0,5 кило, наверное. И потом мелочевка такая. Палатки прям рядом стоят. У кого-то печка дымит. Тоже вкусно пахнет печка, когда дым дровами пахнет. А у нас-то тут так тепло, так хорошо.
сделали замок, чтобы он сточили зубчики под углом. И сейчас, когда закрываешь, он его поджимает. Оп. И у нас двери плотно закрыты. Вот такие пироги. Будь здоров, Виталий Николаевич. Смотрите, сейчас вот прям полностью нет солнца, облака, и пихает туда 0,6 ампера зарядку. Дальше аккумулятор на 52% заряжен. Это то же самое, что я пришел в домик, ну, завел. 12,2 вольта. Тратится сейчас 0,8-0,9 ампер. На что тратится? На часы и на подсветку, получается, отопитель. Отопитель можно вообще убавить. Сейчас вообще 0,5 станет. Что еще? Вот это вот пульт от отопителя. Можно просто включить воздух, чтобы просто воздух дул. За бортом минус 8 градусов. Это у нас тач-свет. Кнопочку так нажимаешь, и свет загорается. Одна нитка, вторая нитка, обе нитки, и совсем выключается. Почему две нитки сделал? Ну, потому что я, во-первых, записываю видео, а во-вторых, леску удобно вечером вязать. Прям хорошо ее видно, ярко и светло. И у нас еще одна нижняя подсветка. Вот здесь все подсвечивает. Ребята, у меня тут бардак. Ну, извините меня. Вот так вот я. Потом, конечно же, я все приберу, когда пойду. Будет все чисто и красиво. А теперь у меня вот такой бардак, и я отдыхаю. Так, ну что, доставать надо. С утра ничего не кормил. Ничего не закармливал. Нет, ничего не съели. Нет, ничего не съели. Но раз... Но все равно достал. Я люблю всегда свеженьких насаживать. Чтоб они шевелились. Вот он все бегает. Какие что-то расшустрились. Ну-ка давай самого такого живого. Эй, куда пошел? Самый-самый. Давай, вот тебя давай. А? Вот так, чтобы там без меня там шевелился, сидел. Ты что, шевелишься еще? Давай. Давай, выходи, самый живой. Вот так вот, быстро надо. Быстро-быстро убегайте там. Вот такая вот у меня снасть на ночь стояла. Скользящий груз. Пучковяз на резиночке, малинка тут насажена. И вот подлещик ходит, лещик собирает со дна все. Оп-оп, поклевочка была. А, и тут я зацепился. Давай еще. Так. Это мы бросим, кто-нибудь съест. Маленькая поклевочка была. Чуть-чуть пошевелим. Опа! Эх ты! Промазал.
пока небольшая пауза в, так скажем, в клёве. Рыба пока не клюет, решил немножко рассказать и вообще о себе, и о проекте Ice House. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что у вас, у зрителей, у моих друзей все время возникают такие вопросы. Сколько ты продал домиков? Сколько ты заработал на Ютубе? Я хочу ответить вам на эти вопросы. Как бы лучше сразу всем сказать. Много кто людей посмотрит, и всем сразу станет ясно. Так, с чего ж начать-то? Почему я снимаю? Да фиг его знает. Мне нравится, наверное, делиться тем, что, ну, вообще я люблю рыбалку. Я рыбачу с 5 лет. Меня научил этому дед мой. И его уже как бы, ну, давно нет, но вот это хобби, ну, видимо, в крови, или у меня еще охотник был, но охотиться я не люблю. Ну, я к рыбалке вот как-то прилип, и вот с 5 лет я уже один начал ходить, ну, как с 7, наверное, лет, один начал ходить на рыбалку, без родителей, с друзьями и так далее. И хотел просто поделиться. Многие, ну, что-то не умеют, что-то... Ну, потому что я тоже подчерпываю какие-то знания из других блогеров, ютуберов там, и других источников. Вот поэтому я снимаю. Сколько я имею дохода с Ютуба? Да нисколько. Нисколько, ни копейки, я бы сказал. А более того, я еще и трачу. Хотелось бы с Ютуба что-то получать? Наверное, да. Ну, пока не знаю, как это делать. Почему, зачем вообще хочу с Ютуба получать? Ну, потому что хочу еще купить, допустим, камеру еще одну. Современные камеры сейчас вышли. Хочу купить коптер, чтобы красивые виды снимать самому. Ездить на природу. Я путешествую, сами знаете. Такой классный день, вот каждый день он чем-то классный. Едешь, плывешь, кто-то скажет, ходишь, а я плыву по реке. И многие иногда непроходимые места даже подняться на коптере, посмотреть. Ну, причин найти можно, просто вот я хочу коптер, я хочу новую камеру, хочу микрофон новые. Для чего? Для того, чтобы все видео было качественнее, лучше, и вам смотреть было лучше. И самому нравится вот этот процесс монтажа, показать, как это интересная история, ну, посмеяться с вами. Ты мой головлик. Стой! Вы, конечно, тоже в комментариях молодцы, пишите шутки там. Ладно, все, с Ютубом хватит, я думаю. Все понятно. Почему Ice House и вообще откуда он возник? Как-то раз мы возвращались с друзьями с рыбалки осенью, и у нас пару друзей не любят зимнюю рыбалку. И вообще это... мы расстроились, и потом такие, давай соберем... Ну, с Димкой такие, давай соберем... Домик из того, что есть, ну, в цехе, у нас все есть под рукой, в принципе, у забор маркета, железяки там, это все, ну, руки есть, голова немножко есть, давай состряпаем, как мы видим. И первая модель, вы все видели, с 12 лунками, для чего это было сделано, 12 лунок, да просто, чтобы понять, как это, какие лунки вот в этой площади, какие удобные, какие неудобные, и вообще, как... высота сидений и так далее, все это, ну, это было в первой модели. Ну так вот, идея была, чтобы мы, рыбаки, я и вы все, не ехали вот с шмурдяком, потому что на одного человека шмурдяк, он почти вот в одну машину влазит в зимнее время, и ехать куда-то с кучу палатками, горелками, и так далее, там, с всеми отопителями,
это очень много времени. А мы бы, у нас была мечта, чтобы на каждом озере были удобные места, чтобы мы приехали на Каму, порыбачили, на Саратовское, я не знаю, на Увильды. Но в Увильдах уже слышал, что появились домики. Так это же классно. Вот, следующий раз я даже планирую туда к ним съездить, половить. И домики начали появляться. Так вот, ребят, хотел бы я производить домики? Да, хотел. Мы создали домик из того, что у нас было. Каждый год улучшая, что-то где-то переделывая, ну, улучшая, мы... Я считаю, что я был в таком домике на другом озере, без зрения, там, без жалости, там, за деньги приехал и снял бы, и хорошо отдохнул, и порыбачил. А вы бы порыбачили? Напишите в комментариях. Вы бы хотели приехать на подальше на какое-то озеро, просто налегке, и порыбачить там, ну, за деньги? Ну, вы же ходите в баню там в платную. Ну, и почему бы не приехать на озеро в платный домик и порыбачить? Так вот, мы просто с Димоном создали и ручками, опытом своим такой домик не для того, чтобы, а для того, чтобы кто-то, дядька какой-нибудь большой, наконец-то начал их делать. Их делать много. Да, мы знаем, как это делать, все знаем, но до каждого болтика, и знаем, какие, как лучше сделать следующие модели. Хотел бы я продать этот домик, ведь я же делал для себя, для собственной души, да. Я бы хотел его продать. Почему? Да потому что я готов поделиться этим домиком, чтобы кому-то он тоже еще приносил радость. Это первое. А во-вторых, у меня бы появились деньги. Для чего деньги эти бы появились, спросите вы? А для того, чтобы сделать следующий домик. Следующий домик, уже тот домик коммерческий, опять же, кому показать? Опять тому же богатому дядьке какого-то, может быть, у вас есть друг какой-то богатый дядька, взял и начал делать тему для рыбаков. А мы бы приезжали с вами на любое озеро и отдыхали, ловили разную рыбу, разных судаков там, не только на Белоярке. Я хочу много... Опа, подъем был. Оп, есть, 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 есть. Видите, правду говорю. Ха. Есть, 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 есть. Мелкий какой-то, но есть. Ха-ха. Вот пока болтал. Вот вообще совсем сопляк. Атя. Ну потому что вот. Так что вот, друзья. Зачем, чтобы у меня было больше подписчиков на канале? А для того, чтобы больше кому было рассказать о таких домиках, что так удобно и приятно отдыхать. Сейчас заглянем, что там девушки делают. Пока, пока пацаны с плов это с казаном. Сами все выматывают, насаживают. Какие молодцы. Чтобы эта услуга была доступна всем. Ну, как-то и вот в этом направлении. Вот, допустим, кто мог бы организовать эти домики? Я думаю, что эти же владельцы баз. У них там, я думаю, капусты дофига. Они же дома там строят, то все. Ну, расширили бы свою услугу, купили бы 5 домиков и сдавали бы своим же туристам возле какого-нибудь озера в аренду. А чё нет? Пришел, кнопку нажал, все работает. Можно даже не приходить сюда. Аккумулятор заряжен. Ну вот, главное, что дизель, канистру взять с собой с базы и все. Так вот, ребят, отвечая на тот вопрос, почему Ice House? Вот, я думаю, что я ответил. Может быть, конечно, я дополню потом. И, опять же, мы придумали такую модель без газа. Почему без газа? Я думаю, что я отдельно это расскажу.
то, что это небезопасно. Дизель все-таки, он безопаснее, чем газ. И я все-таки переживаю за вас, рыбаки, кто все-таки все еще ездит с этими баллонами. Вчера видел мужик, на все озеро спускал баллон. Страшное зрелище, а если что, кого там, бабах, задохнулся. Каждый год умирают от того, что задохнулся, каждый год. Ну, от дизельного отопителя я еще не слышал. Так что домик в этом плане безопасен. Что еще? А, то, что этот домик, который делал для себя, мне, да, жалко его, жалко, но я знаю, я хочу сделать следующий домик и показать миру, там, вам, какой он еще может быть лучше. Потому что пока вот эти года-то идут, и современные материалы появляются другие, оборудование электронное другое появляется, все со смартфона делается, можно вообще все дистанционно сделать, и следующая модель у меня именно такая. Так что, если есть у вас, ребят, такое желание купить этот домик у меня, я бы вам продал. За сколько? Ну, Но если всем интересно, за сколько, напишите в комментариях, если много будет вопросов, за сколько бы я продал этот домик, я отвечу в комментариях под этим видео. Вот это в рекламные ролики, то, что я делаю, это не в качестве того, что я его продаю. Я показываю, что какой он удобный, какой он комфортный. Пол резиновый, убирать хорошо. Что еще? Крыша прозрачная. Я бы вообще сделал следующий домик с прозрачной, конечно, крышей, но с темной крышей мне больше понравился. Я хотел, чтобы романтика была, но романтику можно какой-нибудь шторкой, да, ведь закрыть. Тут еще много мыслей. Так что, ребят, если у кого появилось желание, или у кого есть друг, который бы мог купить, или хотел бы купить именно тот, который, я считаю, что он доведен до наилучшего результата. Даже вот такие мелочи, вот это люки, вот все вот этими стеклом закрывают, а здесь придуманы ребра жесткости от дурака, чтобы ты 100 килограмм сюда наступил и не парился вообще, что он там сломается или еще что-то. То есть я считаю, что этот домик доведен до ума. Мобильный? Мобильный. Как его перевозить, я показал. На снегоходе легко везется. Сделал бы я для вас в следующем году этот домик, ну какой-нибудь другой, лучше, из других материалов, да, я бы сделал следующий домик, поэтому говорю, что следующий домик будет лучше, чем этот. Ну так что вот, ребят, я думаю, что на ряд большинство вопросов я ответил, и самому себе ответил. И я готов продать его, ну, как бы смирился с тем, что, ну, знаете, когда долго что-то делаешь, оно к тебе прирастает. И сейчас я как бы смирился, и прям я уже прям завтра готов его продать. Проститься легко, отпустить, и чтобы он кому-то приносил радость, и я бы подружился с тем человеком, кто бы купил, и еще с одним хорошим человеком я бы с ним бы дальше общался, а может быть приезжал бы к нему в гости на его озеро, на его рыбалку, если бы он его это позволил, но уже за деньги. Ну давай там не булькайся. Так что вот, ребят, а сейчас пойдем смотреть. Я хочу досидеть до темна, все-таки досидеть до темна. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, сколько ровно за сутки съела горючки. Выдать вам точную информацию. Ну вот, друзья, как и обещал, прошли сутки. И смотрим, сколько сожглось дизеля за сутки. Напоминаю, ночью было 14, сейчас 10. Целый день было 10.
и печка работала, не останавливаясь сутки. Смотрим, был полный бак. Не знаю, вам видно, нет. Ну вот отметка 5 литров, вот это 6. Я бы сказал, чуть ниже середины. Получается, здесь где-то 600 и плюс 2 литра 600 грамм съел дизель за сутки. Умножаем на количество рублей, там сколько-то, по 60 там с чем-то, да, по 63 ли, и получается 120, ну короче, 200 рублей за сутки сожгли бензина, это дизеля, за комфорт, за выспанные, мягкую кровать, как говорится, удовольствие. Я еще сейчас половил, пока ждал, что стемнеет. Сейчас пошел чебак еще. И сейчас вам покажу, сколько всего получилось. Ну вот, ребят, весь улов. Тоже за сутки еще 4 чебака самых крупных угостил Димона. Он пошел домой пожарить. Тоже порадовать жену. Икренных таких вкусных чебачков. И все. Ну, на этом наша рыбалка закончена. От всех жду палец вверх. Кто не подписался, подписывайтесь. Ну и не забывайте то, что я там говорил. Ну все, до новых встреч, до новой рыбалки. Все, пока. А, ну вот, ребят, чуть не забыл, уже пошел. На остатках, короче, осталось 57. Ну еще аккумулятор восстанавливается, только выключился. Я думаю, где-то процентов 60 останется. Это значит, что на следующие сутки точно хватит. И до следующего солнца или ветра, что аккумулятор точно еще зарядится, восполнится за дневное время. Все, ушел домой. Всем пока. Горит солнце, как на закате. Кто поверит, я и сам не верю, то ли на счастье, то ли на беду. У меня 7 пятниц на неделе и 30 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах. Что, Димка, да, даже никто не помогал в этот момент, он сам подсекал. Вообще. Маша, домой понесешь? Все, все. Домой не... понесешь. Это мама, точно. Так, процесс. Противника, мужики! Сейчас, смотри, сейчас разожжем вот так. Счастливый горящий, да? Сам не знаю, где финал, кто где-то полоса, за которой лишь ворота рая, а за ними просто небеса. А пока все небо только в звездах, не во сне, причем, а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто.